На конкурс дети читают стихи Кирикова Марии 12 лет. Трутнева. За мир, за детей. В любом краю любой страны ребята не хотят войны. Им в жизнь вступать придется скоро. Им нужен мир, а не война. Зеленый шум родного бора. Им школа каждому нужна. И сад у мирного порога. Отец и мать, и отчий дом. На белом свете места много для тех, кто жить привык трудом. Народ наш поднял властный голос за всех детей, за мир, за труд. Пусть зреет в поле каждый колос, цветут сады, леса растут. Кто сеет хлеб на мирном поле, заводы строит, города, тот для ребят сиротской доли не пожелает никогда.